Марина, добрый день. Добрый Еще день. Раз, да, давайте начнем знакомиться, да, немножко расскажите о вашем проекте, идеи возникновения, актуальность, как, на ваш взгляд, вот, какова его значимость социальная? Меня зовут Булаева Марина, я психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, песочный терапевт. Терапевт, и я руководитель проекта, который называется «Мастерская творческой психологии для особых детей. Путь к моему успеху». Почему родился этот проект? Потому что больше чем 3 года назад меня судьба свела с нашим челябинским, теперь уже можно сказать международным, клубом инклюзивным творчества для молодежи «Наше место». И меня попросили там работать как психолог. И ко мне пришли взрослые уже люди с особенностями развития, с различными диагнозами. Клуб «Наше место» не делает ограничений на диагнозы, и ментальные, и физические диагнозы есть. И дети, ну, от подросткового возраста и до бесконечности, до 35+, в принципе, уже и не дети совсем. И попросили им помочь адаптироваться в социальном мире. Я, ну, как бы вообще никак, ну, правда, вот говорят, многие приходят от своих детей, да, то есть у меня не было до того времени опыта работы с особыми детьми, и я думаю, как получится, не получится, но когда я с ними увидела, ну, когда мы с ними увиделись на первых занятиях, я поняла, что однозначно все получится, потому что с особыми детьми работа одна только, через сердце. Вот все, что ты делаешь через любовь, это все всегда будет выигрышным, и все будет получаться. Ну и, конечно, когда стали ко мне приходить ребята, мы стали задумываться над тем, через что пойти. Так как я сказкотерапевт, так как я арт-терапевт, я песочный терапевт, наше занятие стали называться «Песочная сказка». Для чего они вообще создавались, эти занятия? Для того, чтобы ребята, которые, к сожалению, боятся социального мира, мир к ним не очень приветлив, они один раз попробовали, два раза попробовали, и вдруг не получилось, они замкнулись, сели дома. Вообще клуб «Наше место» создавался для того, чтобы доказать, что особые люди – это те же люди, у них те же, те же потребности, они… те же мечты, желания, и возможности у них тоже безграничные. Главное поверить в себя, главное выйти, показаться миру, и мы вот на этом начинали строить свое отношение, ну, общение с ребятами, повышать их самооценку прежде всего, повышать их уверенность в себе, уверенность в том, что они могут, если захотят. И многие из этих ребят сейчас, ну, те, которые пришли ко мне 3 года назад, кто-то пошел учиться, продолжать учиться, техникумы, кто-то нашел свое хобби, и теперь, допустим, есть у нас в продолжение тоже наверняка, возможно, будет эта женщина в вашем проекте себя тоже показывать. То есть это у нас есть мастерская по вязанию. «Рука об руку» называется, то есть ребята пошли туда заниматься, учиться вязать для того, чтобы уже зарабатывать деньги, вышивать, что еще у нас, мое особое достижение, у меня был мальчик, 23 года, неуверенный в себе после нескольких занятий, ну, буквально недолго он ко мне подходил, мы с ним поработали в песочнице, и он устроился на работу, причем на работу устроился картографом, по-моему, ну, что-то очень серьезная такая профессия, не заправщиком на АЗС, как у нас обычно любят устраивать, да, там не уборщицей, куда нас берут, к сожалению, только обычно людей с особенностями, а прям на серьезную профессию, и его даже показали по телевизору, и прям это моя была гордость, что я тоже приложила руку к тому, что он вышел в обычный мир, не побоялся, почувствовал уверенность в себе.
ребята идут в профессию программистов, допустим, ну, то есть с физическими отклонениями молодые люди, да, которые, к сожалению, как бы не могут двигаться в полной мере, да, они, ну, ум сохранен, разум сохранен, и тогда вот сейчас Гоша у меня закончил курс, уже сайты делает. Мой лучший ученик, который с первого дня ходит на наши занятия и все время активно участвует, и он очень хорошо продвинулся в сторону самостоятельности. Вот, поэтому, когда предложили, ну, как бы это все оформилось, сначала это были только песочные сказки, потом добавилось кукольные представления, то есть мы через кукольный театр, это все психологические занятия с помощью методов арт-терапии. Есть еще такое направление, как кулинарная психология. С этим направлением мы работаем. У нас есть такое ответвление, как тренировочная квартира. То есть ребята учатся самостоятельности в рамках отделения от родителей, в рамках самостоятельной квартиры, да, и мы там с ними не только учимся готовить, но и с помощью психологических приемов, опять же, арт-терапевтических, научаемся уверенности в себе, то есть мы готовим какие-то вещи, ну, допустим, мы представили овсяную кашу в качестве образа взросления человека, да, то есть мы туда добавляли юмор, добавляли, ну, в качестве ягодок, да, добавляли уверенность в себе там в качестве какао, допустим. Ну, то есть назначали какие-то предметы какими-то нашими внутренними силами. И добавляли, готовили, потом поедали это с удовольствием, потому что, конечно, то, что сделано своими руками, всегда очень вкусно получается. Вот, поэтому направление развивается. Помимо всего прочего, хочется сейчас еще добавить в этот проект кинотерапию, хочется добавить игротерапию, потому что все, что связано с командообразованием, со способностью просить помощи у других людей, чего они очень боятся делать, просить помощи, это очень сложно для них, потому что они очень боятся, что им откажут. В игротерапии это команда, да, один за всех и все за одного. Помимо всего прочего, в игротерапии, помимо подвижных игр, есть такое понятие, как настольные игры, да, которые развивают уже другие качества. Терпение, усидчивость, способность к мышлению, да, к принятию решений. И это тоже очень важно. Ну, помимо всего прочего, сейчас у нас проект делится на две части, вот разделился, то есть один проект для детей, а другой проект для родителей, потому что родители особых детей – это тоже такая категория, которой нужно разрешать, ну, то есть получить вот эту уверенность войти в обычный мир. И не бояться, что они какие-то не такие, что из-за того, что у них дети с диагнозом, они не имеют права жить полноценной жизнью. И на это тоже этот проект направлен. Мы работали с мамами и в играх работали, также в трансформационных, и в песке мы с ними работали. И сейчас вот добавляем кинотерапию сюда же. И поэтому, конечно, направление очень обширное, потому что арт-терапия – это очень большое направление в психологии. И по всем научным исследованиям именно арт-терапевтические методы наиболее быстро позволяют войти в контакт с особыми людьми, с людьми с диагнозами любой этиологии, как я уже сказала, ментальные нарушения, так и физические. И, конечно, это помогает очень быстро найти общий язык и на уровне метафоры очень хорошо заходит к этим людям, да, и очень просто они через сказку, через песок, они очень просто научаются верить в себя. И поэтому мы вот 3 года уже работаем, могу сказать, все замечательно. Единственное, конечно, пандемия нас тут очень подкосила всех. Вот, и будем продолжать, пока есть силы, пока есть желание, потому как клуб «Наше место», конечно, известный в городе, но не единственный клуб, которому нужна психологическая поддержка. Да, Марина, спасибо. Мы тоже очень хорошо знаем ваш клуб. И, в общем-то, у нас участвовали ваши
тоже сотрудники в наших мероприятиях, да, и вот такой вопрос, вот смотрите, когда только начиналась, да, ваша практика, и сейчас, вот как изменились задачи, которые вы ставили тогда и вот на данный момент, да, вот как бы как они, может быть, другая направленность их появилась, может быть, сложность, то есть вы поняли, что, например, реально добиваться, да, результатов, реально добиваться успеха, да, в этой области и стали ставить для себя более высокие планки. Вот расскажите немножко об этом. Ну да, разумеется, если раньше, когда все это только начиналось, задача была какая? Поддержать на уровне, то сейчас развить, да, то есть если раньше, ну вот это протяну тебе руку и ты иди со мной за руку, да, то сейчас уже спустя 3,5 года главная задача, я расскажу тебе как, дам тебе поддержку, а ты пойдешь сам. И поэтому, вот, конечно, может быть, дольше это все получается, потому что поддержка, одно дело, но они все привыкли ходить за руку. К сожалению, сложность всегда в родителях, чаще всего в родителях, потому что именно родители боятся, беспокоятся, а что вдруг случится, а как, либо наоборот, если особенно детки вот более-менее адаптированы в социальном мире, да, родители, сам себя как-то обслуживает, одевается, там, может, там, микроволновки, еду разогреть, ну, и больше ему ничего не надо в этой жизни, ну, и пусть вот сидит и все, да, то есть родители, ну, как-то его более-менее на физическом уровне привели к самостоятельности, и больше им не интересно уже дальше его развивать, а ребенок говорит, я хочу танцевать, я хочу играть на сцене, а родитель говорит, сиди, не высовывайся. И поэтому, конечно, вот невозможно работать с детьми с особенностями, и вообще с любыми детьми невозможно работать без поддержки родителей. И поэтому, конечно, в первую очередь нужно работать с родителями, адаптировать родителей сначала. А родители иногда очень боятся. Ну, по себе знаю, когда еще до того, когда я стала психологом, да, и когда я понимала, что мне нужно бы пойти к психологу самой, ну, потому что мы же начинаем свою практику чаще всего с того, что нам самим нужна помощь, и тогда мы идем учиться. И вот когда я понимала, думаю, вот я сейчас приду к психологу, а он скажет, все у тебя плохо, иди уже и там... Ну, как бы боимся, и также наши родители, да, они понимают, что они что-то не доделывают в жизни, да, но если они придут к психологу, им это скажут, и они это услышат, то они очень себя так начинают зажимать, да, то есть как это у меня неправильно. Но вся суть в том, что ошибки делают все, и это очень важно понимать, что главное осознать эту ошибку, исправить и изменить все. И тогда ошибка – это не страшно. И тогда все совершали в своей жизни ошибки, совершают и будут совершать ошибки. Но очень важно не зацикливаться на каждой ошибке, не уходить в раковину, не захлапываться в своей квартире и не говорить «только не лезьте ко мне». Вот живем как-то и живем. Но при этом, да, неважно, что хотят твои дети, да, хотят ли они учиться, или они хотят просто даже выйти и погулять в парке, да, одни, без мамы с папой. Очень многие мамы с папами, если у папы есть, это очень тоже сложная ситуация, потому что практически в 80% обозначении диагноза папы уходят из семьи, да, и поэтому у нас, честно сказать, папы на вес золота, те, которые остались в семье после диагноза. Поэтому, и тогда мамы цепляются за своих детей. Ну, вот папы нету, если еще особенно. Мама говорит, ну, теперь хотя бы он будет рядом со мной, да, я ему посвящу всю себя. И огрушают его чрезмерной любовью, чрезмерной заботой. Они начинают бунтовать, агрессировать эти, ну, как бы, они говорят, мама, отпусти меня, да, ну, всеми возможными способами. А мама еще ближе его сжимает и говорит, нет, я буду за тебя держаться, ты мне нужен. И вот этот тоже надо преодолевать, да, разделять ребенка и маму настолько, насколько это возможно сделать.
давать ребенку свободу, давать ребенку силу и уверенность в собственных силах. Вот поэтому сложности у меня чаще всего возникают вот, с помощью и поддержкой родителей, к сожалению. Но мы это преодолеваем успешно. Ну да, тут, в общем-то, да, когда человек взрослый, сложившийся со своими уже мнениями, каким-то уже опытом, да, жизненным, тут уже трудно его свернуть. Но ребенок в этом смысле такой мотиватор хороший, да, который может действительно помочь и изменения эти произвести в самом родителе. Это действительно так, да. Марина, скажите такой вопрос. Вот вы сказали много таких фактов очень важных и действительно значимых относительно результатов вашей деятельности, да, когда ребята действительно могли устроиться на работу, да, начинали делать то, что они раньше им было недоступно. Вот все-таки что вы считаете самым главным результатом вашей работы? Вот что, на ваш взгляд, такой как бы ваш основной результат, который вам приносит самой такое вот чувство. Я знаю, да, я знаю свой этот вот великий результат, и для меня это всегда, это, ну, вот, это ощущение счастья, которое рождается внутри каждого человека, и любовь, которая рождается в семье, любовь между ребенком особым и его мамой, настоящая любовь, не вот это вот зависимое, не, ну, не какая-то вот жертвенная любовь, а истинная любовь, которая способна ну, вообще изменить весь мир. И это меня прям очень всегда вдохновляет, когда вот это состояние «я люблю тебя», «я люблю мир», «я люблю себя» — это очень важно. И когда мы понимаем, что, ну, прежде всего родители, да, понимают, что их ребенок не ущербный, да, а полноценный. Да, может быть, он что-то не может, но зато он может другое, и он может это другое еще даже лучше, чем вот эти обычные дети, да, у нас сейчас очень общество делится. Нормотипичный, не нормотипичный. Я вообще не понимаю вот этих вот делений, да, для меня человек, который уже живет в этом мире, имеет право жить так, как он хочет. Ну, если он, конечно, не нарушает границ других людей, да, но все, чего он хочет добиться, он имеет право добиться. И если я могу в этом помочь, то я обязательно в этом помогу. Спасибо, Марин. Да, еще вот... Да, ответила на вопрос, нет? Вот, да, ну, вот, да, вот, да, вполне. Главное достижение – рождение любви внутри каждого. Да, это замечательно. Марин, смотрите, еще вот у вас действительно, как бы у вашего клуба уникальный такой опыт, да, и расскажите немножечко более подробно вот о вашей команде, да, кто вместе с вами вот реализует эту всю деятельность, да, какие направления, как вы друг с другом взаимодействуете, вот, чтобы немножко более как бы детально представлять саму вот структуру организации, да, как вы взаимодействие вот это осуществляете? Ну, смотрите, на самом деле я не могу сказать, что я часть клуба, да, то есть, нет, я могу сказать, что я часть клуба, но моя деятельность, она совершенно отдельная. Как частного психолога, я вот недавно у нас была конференция здесь большая, да, в Челябинске, и я первый раз услышала вот это вот, я сейчас его даже уже не воспроизведу, вот этот вот специалист, который приглашенный со стороны, да, на благотворительной основе, забыла, как это вот на английском языке звучит фраза, надо было посмотреть, конечно. Вот, то есть меня пригласили как специалиста со стороны просто поработать. А потом я понимаю, что я могу сделать больше, да, и тогда я открываю свой проект. Да, клуб находится на третьем этаже, я нахожусь на четвертом этаже, мы в одном здании помещения, но все ж таки...